Друзья, в продажу поступает Audi A7 2012 года на бензиновом моторе 3 литра мощностью 310 лошадиных сил. На коробке робот на полном приводе автомобиля. Хорошая комплектация автомобиля имеется. Омыватели фар, основная оптика линзованная. Также в автомобиле установлены диски оригинальные. Хорошей летней резины, также в автомобиле имеется бесключевой доступ. Внутри салона автомобиля кожаный салон, светлый, в хорошем состоянии. Также в автомобиле имеется аудиосистема штатная, с экраном выдвигается. Также у нас имеется подогрев передних сидений, вентиляция передних сидений, электроручник. Управление мультимедией, также у нас имеется кнопка старт-стоп, имеются подстаканники, подлокотник, также у нас имеется круиз-контроль, мультируль, 4 электростеклоподъемника, электрорегулировка зеркал, обогрев зеркал, привод складывания зеркал, багажник можно открыть при помощи этой кнопки, снаружи также у нас имеется пассажирское переднее сиденье на электроприводах, память сидений, центральный замок. Для задних пассажиров удобное посадочное место, имеются дверные карты, карманы. В пассажирском водительском сиденье тоже имеются карманы, имеются климат-контроль для задних пассажиров, выведен дефлектора печки отопителя, также у нас имеются пепельницы, имеется подлокотник, с подстаканниками, автомобиль в хорошем техническом состоянии, косметическом. Также в автомобиле имеются парктроники, установлена камера заднего вида, оригинальная ПТС.